друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я буквально чуть-чуть расскажу о брасоволе дегбияне. Я вам сейчас ставлю цветение. Вот такая вот красивая дама. Конечно, подружиться у меня с ней не получалось очень долго. Первая моя катлея, она загноила. Ну, естественно, я в этом виновата. Неправильная культура выращивания. В этот раз я как бы уже старалась максимально к ней ответственно относиться. Можно увидеть, что я редко выращиваю катлеи в корзинах. Но вот изначально мне она пришла от итальянского поставщика. Корзинка была и крупная кора. И сидела она так в горшке, пока она не начала, грубо говоря, выпрыгивать за горшок. Я решила садить ее не в горшок, а в корзину. Взяла вот этот же горшок, ничего не вытаскивала, не вытряхивала. Поставила и обложила крупной корой. Здесь немножко мох видно, но я для влажности его подкладывала. В общем, вот пришло мне растение вот так вот. Это все наросло уже у меня. Она имеет такие плотные сизые листья, чем она отличается от всех. И такие шершавые на ощупь. Первый рост она растила, но чехлов не было, ничего не было. Ждем дальше. Следующий рост вырастила. Но видно, какая-то пошла бактериалка. Она немножко почернила бульбу. Но так как я ничего не резала, она ее засушила и нормально дальше растет. Но ничего не вырастила. С этой мамки она дала в другую сторону рост. Рост был очень мощный. И оно заметно, когда рост у котлеи. Либо когда он маленький, то явно цвести она не будет. Когда он толстый, мощный, значит, она будет цвести. В общем, выходил рост, раскрылся листик, и там был чехол. Дегбияны цветут сразу же, то есть не надо ни периода покоя, там, чтобы в чехле что-то зародилось. Просто она начинает цвести. И вот можно увидеть, что здесь бутоны внутри. Чехол я не трогаю, не разрезаю. Она должна выйти сама. Растение мощное. И я надеюсь, скоро порадуюсь цветению. А дегбияны пахнут ночью, так как они брасоволы. И обязательно вам покажу, если у кого есть дегбияна и цвела. Я за вас очень и очень рада. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Так, сегодня у нас 19 декабря. Вот наш бутончик вылез из чехла, такой птенчик, чехол. Такой красивый бутончик. Да, сегодня 1 января 2019 год расцвела. Ну, это не первый день распуска, это уже третий день распуска. Вот такая вот дегбияна брасовола. Красавица, такие у нее интересные. Но я почему-то думала, что цветок будет совсем прям восковой. Такой прям твердый-твердый. Все-таки он все равно нежненький получается. Но скажу вам одно о ее запахе. Это потрясающий запах. Днем она не пахнет, ну как и все брасоволы. Вечером я зашла в теплицу, был реально запах на всю теплицу. Такой приятный запах, ну не лимона, а лимонника скорее, травы. И вот она подошла к ней, вот она так благоухала. Такой достаточно крупный цветочек. Ну, вот она во всей красе. Спасибо за просмотр. Пока-пока.